Так, делаю запись, как работает ДХО. Заводим. Все отключено. Завели. Через какое-то время загорается дальний пол накала. Вот, загорелся. Видим. Включаю габариты. Ничего, видимо, не меняется, но габариты зажглись. Включаю ближний свет. Все видно. Вот дальний свет. Ближний. Ближний отключаю. Горит только ДХО. Отключаю габариты. ДХО горит. Имитирую поднятие ручника. Нажимаю на кнопку. ДХО погасли. Отпускаю кнопку. ДХО плавно загорается. Глушу машину. Все, потухли.